скажите, вот агенты тренировки, не, действительно ли с помощью ее можно управлять процессом в организме человека? Ну, а вот агенты тренировки, существует разное, множество количество разных методик, поэтому нельзя говорить так вообще. Но, в принципе, некоторые возможности позволяют. Действительно, человек может научиться управлять своими процессами. Но, опять-таки, вопрос управлять процессами и какая цена, какую цену человек платит за управление. Если человек при достижении управления процессами гробит свое здоровье, то грош цена такому управлению, правильно? То есть, опять-таки, нужно конкретно говорить методику, брать конкретную методику и говорить о конкретных вещах, а не вообще теоретически обобщенно. Поэтому многие вещи можно использовать. Я, допустим, рекомендую для тех, кто пробует развивать в себе чувствительность, к примеру, упражнения из раджа-йоги. Это не значит, что считаешь, что йога все прекрасно и так далее, просто там есть некоторые моменты, которые действительно можно использовать для того, чтобы развиваться. Но не значит, что я сторонник и поддерживаю полностью йоги и тому подобное, восточные учения. А чтобы не, понятно было, какое упражнение, это, я могу сказать, упражнение, которое можно делать каждый желающий развивать свою чувствительность. Допустим, лучше всего делать перед сном, когда вы ложитесь, расслабитесь и представьте, что ваша энергия сосредоточена в солнечном сплетении. Наверное, все знают, где находится солнечное сплетение, да? Когда это добиваетесь, вы почувствуете тяжелый шарик в солнечном сплетении. И потом мысленно попробовать двигать этот шарик из энергии вашей по каналам энергетическим вашего тела. Они идут внутрь тела, но не по прямой. Для этого, опять-таки, изучите, где проходят тела, каналы тела, руки, каждый палец подходит к каналу, пальцы рук, против ног, передние, задние, середины. Но они не прямо и не ломаны, как показано на китайских. Они соединены не так, а просто они соединяют точки, соединяют и получают канал. Так вот, при движении вы можете двигать, допустим, а солнечное сплетение, шарик пойдет, вы дойдете, допустим, до указательного пальца, вернете обратно, потом следующий и так далее. И можно прогонять по всем каналам, всего тебе, кроме, не рекомендую, по переднему, заднему и среднему, то есть по спинному мозгу гонять не нужно, потому что опасно. Вот если вы будете делать упражнение, то очень часто вы только начнете собирать шарик, только начнете двигать, он рассыпется. Вы опять концентрируете, опять создаете, и опять добиваете, чтобы он не распадался. Потом, двигаясь, когда вы двигаете шарик по каналу, вы его прочищаете, как, знаете, ёршиком прочищаете трубу, которая забита. Если ваш энергетический канал забит, то таким способом, доведя энергетический шарик до окончания пальца, где канал заканчивается, каждой руки и ноги, соответственно, вы тем самым прочистите все каналы своего организма, что очень положительно. Научите управлять и концентрировать свою энергетику в нужном моменте. То есть, смотрите, сколько положительных моментов. Но это никакого отношения к самой йоге не имеет. Это просто действительно удобное, полезное упражнение из этого раджа-йоги. Но это не значит, что я поддерживаю раджа-йогу полностью. Нет, вот это упражнение действительно эффективно и полезно. И если кто-то расстроится, что никакого шарика не возьми, не пугайтесь, нужно тренироваться. У кого-то быстрее, у кого-то нет. И именно управление концентрацией энергетики вы можете добиться очень много. Но это время берет, опять-таки.